Прием, прием. Это открытая, наглая, просто неприкрытая реклама курса «Вокальный английский» Тани Балакирской. Я сейчас буду очень активно агитировать всех на него попасть, потому что этот курс настолько замечательный, и я в полнейшем восторге от него осталась. Это было такое глобальное погружение на пару месяцев в фонетику английского языка, именно с точки зрения вокала. И вообще я довольно уверенно себя чувствовала, когда я шла на этот курс, потому что, ну как, я же 99% времени пою на английском. Вроде бы у меня что-то получается. Но чем больше я знаю, тем меньше я знаю. Это 100%. Поэтому вот я вела прекрасный такой блокнот, который за два уровня практически до последней страницы у меня весь во всяких шпаргалочках и секретных знаниях, которые дает Таня. И это те вещи, которые я обязательно буду применять и над которыми еще, безусловно, нужно работать самостоятельно. Но то, насколько Таня сжата, конкретно, без воды подает информацию, это действительно очень ценно. При этом это совсем не скучно. И обратная связь, которую дает Таня, это просто вообще кладезь рекомендаций и советов, которые действительно нам всем очень сильно пригодятся, потому что нет ни у одного звука шанса прозвучать как-то не так. Поэтому я очень сильно всем рекомендую оказаться на этом курсе. Там есть две ступени. Это начальный уровень. Несмотря на то, что он так безобидно называется, на него попасть абсолютно точно нужно всем, потому что я, например, многого не знала из этого начального уровня, и это такая база, которая прям must для всех. И уровень про, в котором уже такие более тонкие вещи по соединению звуков между собой и, в общем, многие другие темы там раскрываются, он тоже, безусловно, очень крутой. В общем, я бы это советовала рассматривать как один такой большой блок, который нужен всем, кто поет на английском, кто только начинает, и тем более тем, кто считает себя профессионалом в этой области и поет на английском постоянно, потому что очень многих вещей мы не знаем. Мы можем понимать это на слух, но именно вот фактическое обоснование Таня многим вещам дает, и это становится гораздо более понятно, чем до этого. Поэтому я осталась в полнейшем восторге от этого курса. Я рекомендую его всем. Огромное спасибо, Таня, тебе за то, что ты настолько систематизированно и круто все это сделала. И еще раз скажу, что я очень надеюсь на новые уровни, потому что хочется, чтобы этот процесс не заканчивался. Ура! Сейчас буду